привет! Добро пожаловать на мой канал! И хочу сразу же сказать, я очень-очень соскучилась, давно не выпускала вот такое живьем видео с вами, как бы тет-а-тет разговор. Видео будет о том, что скоро лето наступит и надо избавляться, да-да, нужно избавляться от того, чего мы постоянно скрываем под верхней одеждой. Да, мы набрали лишних кг и немножко прибавили животик, нужно его немножко как бы не втягивать, нет, втягивать нельзя, а нужно над ним работать. Итак, покупки будут, которые я приобрела в магазине «Подружка», чтобы приобрести красивую такую стройную фигуру. Конечно же, крема и масла, все это хорошо, но работать физически тоже надо. Итак, давайте приступим. Хочу вам показать моих помощников. Это бюджетный вариант, он всем под силу. Это обычная пищевая пленка, которую я обертываю вокруг тела. У меня есть отдельное видео, как я это делаю. Так что я скину ссылку здесь или внизу в инфобоксе. Вы можете посмотреть на это видео и увидеть, как я обертываю эту пленку вокруг своего тела. Это обычные перчатки, они не для улицы, они для тела, чтобы с помощью них приобрести красивую кожу. Так что можно их одевать и массировать свои участки тела. Также скрабики, которые нам помогают, но после скрабиков лучше воспользоваться потом еще кремом, чтобы смягчить свою кожу. После скрабика обязательно наносите на свое тело крем или лосьон, или молочко. И вот такие еще помощники, это массажеры для того, чтобы сделать профилактику от целлюлита и также, чтобы кожа была ровная и красивая. Такой пояс, он прорезиновый, то есть у него изнаночная сторона, она резиновая. Вот. И когда вы одеваете, обертываете этот пояс на свое тело, ваше тело начинает под воздействием резины потеть. Но это нужно, конечно же, не сесть и сидеть, чтобы пояс работал. Нужно еще физические упражнения делать. Можно сесть на велотренажер, можно пойти на пробежку, чтобы ваше тело пропотело. Но перед тем, как одевать этот пояс, я наношу крем, который я сейчас вам покажу. Вот такой мне дали пакетик. Я думаю, что он стандартный для тех, кто ходит в магазин «Подружка». Он самый знаменитый, скорее всего, по Москве, потому что сразу узнаваемый. И, кстати, хочу вам показать мое извращение с кремом. До самой капельки я использую. Итак, у меня был крем «Ночной гель экспресс для похудения, уменьшения объема тела и похудения во время сна». Я практически до самой капельки его и использовала. Пока он не стал меня вытрехиваться из тюбика, я обрезала края, чтобы достать этот крем, пока не дошла до магазина «Подружка». Первый продукт, о котором я хочу рассказать, это термомаска, грязевая она, для проблемных зон тела. И сразу хочу вам сказать, то, что на эту маску и дальнейшую продукцию, которую я хочу вам показать, которую я приобрела от этой же фирмы, у меня нету никакой аллергической реакции и раздражающего эффекта. Ничего у меня после нее не чесалось. Но могу вам сразу сказать, что мы все индивидуальные, у всех разный тип кожи, поэтому, если мне эта маска подошла, это дальнейшая продукция, которую я вам покажу, не означает то, что она может и подойти вам. Поэтому, если вы хотите попробовать эту продукцию, купили для пробы, не надо слишком много покупать, нанесли на отдельный участок тела, и вы можете сразу сказать, после того, как будете смывать, посмотреть, есть ли у вас эффект, допустим, покраснения, или, допустим, у вас вызвала эта продукция аллергию, там, сыпь. Поэтому лучше, конечно же, сделайте так, чтобы вам было более удобно узнать о эффекте этой продукции. Итак, эту маску нужно наносить на 15-20 минут и потом ее смывать. Как я использую ее? Я наношу ее, как бы обмазывая свое тело, потом беру пищевую пленку, обматываю ее вокруг своего тела, оставляю на 15-20 минут. При этом я могу сесть на велотренажер, покрутить педальки,
или, допустим, обмотать еще круг вокруг себя какое-нибудь ватное одеяло, полежать максимум там 20 минут, а потом все это смыть. Такой тоже может быть вариант быть. И после этого я наношу крем, который сейчас я вам покажу. Вот такой я крем наношу. Это активный сжигатель жира. Уменьшает объем подкожно-жировой клетчатки, выводит токсины и термогенные эффекты. Но я и наношу его на свое тело, и плюс вдобавок я одеваю вот такой я пояс одеваю, он резиновый, так что я ношу его максимум 2 часа, обматываю вокруг тела, а потом все это снимаю и смываю. И плюс, если вы хотите, то можете купить еще и ночной. Во время сна будете худеть, но утром лучше, конечно, смыть. Так что в этом вопросе будет у вас дневной и ночной. Вот ночного, к сожалению, не было в магазине, который я вот обрезала. Поэтому, к сожалению, вот надо буду потом искать ночной. А крем для похудения. Так что я купила вот активный сжигатель жира. Также я взяла для коррекции фигуры. Это тонкая талия, ультрабыстрая, уменьшает объем тела. И также я еще взяла ледяное обертывание, то есть гель-маска. Тоже супер вещь, мне она очень нравится. И, конечно же, наносить все мгновенно не надо, потому что все-таки кожа-то у вас одна, и реакция будет тоже разное, поэтому, конечно же, все по отдельности и поэтапно. Сначала вы делаете термомаску, потом вы все это смываете, наносите или гель для похудения и коррекции, или активный сжигатель жира. Ну и также, если вы хотите, можно гель-маску наносите тоже с пленкой. Вот так тоже можно это делать. Я так делаю тоже. А потом все это смываю, все это как бы убираю. Так что вот такие я приобрела покупки в магазине «Патрушка». Готовлю я свое тело к лету, потому что я не буду скрывать, я набрала немножко лишних килограммов за зиму. Под верхней одеждой, конечно, незаметно, может быть, я придираюсь к себе, но все-таки хочется, чтобы не было ушек, которые стали появляться, поэтому буду этим заниматься. Лучше вовремя, чем позднее все это делать и потеть. И также, кстати, я приобрела вот такой бальзам. Это от Planeta Organic. Это натуральный интенсивный бальзам на органическом масле косточек арктической облепихи. Питание и восстановление с эффектом ламинирования. Ну и, кстати, могу задавали мне несколько вопросов по поводу ламинирования, по поводу ботокса на волосы. Девочки, я хочу вам сразу сказать, то, что я в жизни не буду это делать. Ни за какие деньги, ни за рекламу, которую, допустим, предложат сделать. Нет, я это делать не буду. Я не хочу портить свои волосы. Потому что это, во-первых, если вы делаете на себе ботокс или ламинирование, вас подсаживают на определенные типы шампуни, которые первый раз вам дадут это все бесплатно, потому что вы прорекламировали или, допустим, сходили и вам это дали. Возможно, просто была какая-то акция. Но в дальнейшем вам придется за самим это все покупать и поддерживать эффект, который вы приобрели после ботокса или ламинирования. Это все временный эффект. Я не хочу портить свои волосы, поэтому природа дала мне то, что действительно дано было. Не надо, как бы говоря, экспериментировать над этим вопросом, поэтому я не буду делать ламинирование и ботокс на свои волосы. Вот, я думаю, что я ответила на этот вопрос, то, что все это временный эффект, и сначала то вау, вы пришли домой, хотел как магазин, пришли домой, все это смыли, и потом в дальнейшем вы сами не сможете уже поддерживать, потому что все-таки мастер это одно, а когда вы дома сами, у всех руки разные, руки как крюки, и поэтому эффект, возможно, будет уже другим, а волосы у вас подпорчены.
Поэтому не рекомендую сразу же с налета все это делать, даже за рекламу. Итак, я вроде высказала свое мнение и по поводу ответила на вопросы по этому поводу. Так что, девочки, думайте своей головой по этому поводу и уже решайте сами, не ведитесь на рекламу. Вот, так что вот такую продукцию я чуть подальше отодвину, покажу вам. Приобрела я в магазине «Подружка». Это гель-маска «Ледяной обертывание» для похудения. Это активный сжигатель жира. Это бальзам, нет, не для похудения, это для волос. Это термомаска и для похудения и коррекция фигуры гель «Тонкая талия». Я этим продуктами пользовалась. Кроме того, это органик бальзам, я им еще не пользовалась, поэтому об этом продукции могу сказать, то, что мне продукция эта понравилась. Пользуюсь я уже давно, и я очень довольна ею. Она делает действительно то, что я хочу от этого. Ну, конечно, не забывайте, конечно, массаж еще делать для своего тела, обертывание. С глиной можно сделать, я делала с глиной, немножко добавляла все перцы, но перец, извините, пардоньте, сжигает кожу, если вы переборщите, поэтому контролируйте процесс по поводу перца, лучше чуть-чуть совсем и размешать все это с глиной и нанести на свое тело. Максимум, сколько вы должны лежать с обернутой пленкой, если вы собираетесь делать глину, обернутая пищевая пленка, оберните свое от тела максимум 2 часа, сколько вы вытерпите, я делала 1,5 часа, но это контролировать нужно с перцем, потому что перец это не шутка, я немножко сожгла себе кожу, потому что я подбирала порцию, и теперь совсем чуть-чуть я добавляю, можно так масла добавлять, лимонное, апельсиновое, которое тоже помогает профилактику от целлюлита, гусиных лапок там, в принципе. И, конечно же, нужно заботиться о своем теле. После всего этого наносить крема, лосьоны, молочко для тела, что вы используете в дальнейшем. Видео подошло к концу. Если вам эта информация пригодилась и вы хотите с ней поделиться, вы можете сделать репост в Facebook, в Instagram, делиться с друзьями по YouTube и, в принципе, другие социальные сети. Спасибо всем за просмотр, спасибо вам за комментарии. Если вы не хотите пропустить это, сделайте подписку на мой канал.